В Орске сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что в доме по улице Карельской между соседями произошел конфликт. Правоохранители выехали на место, где им явно были не рады. 34-летняя арчанка начала вести себя агрессивно и неадекватно. Язык за зубами она сдержать не смогла. Да и зубы тоже. Женщина укусила сотрудника полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до 10 лет.